У нас все дома, а вас никто не звал. В Турции сегодня официально объявили, что она не дождется. Ее не собираются принимать в Европейский Союз. Полвека ожидания разбились в пух и прах сразу после военного переворота. Брюссель считает, что Анкара действует заговорщиками слишком жестко. Озвучил вслух то, о чем все уже давно думали, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Хотя теперь уже и не знаешь, как воспринимать слова высокого европейского чиновника. Вдруг все это пьяный бред. Юнкера назвали алкоголиком. С разоблачением вышли ведущие европейские газеты. Журналисты абсолютно уверены в том, что Жан-Клод – любитель заложить за воротник. Теперь понятно всем, почему Юнкер вел себя странно. Вот, встречая европейских лидеров на этой встрече в Риге, он явно шатался и на ногах стоял неуверенно. Не прочь он и покурить, а вернее... Так, без табака Юнкер совсем не может. Еврокомиссия работает, напомню, по принципу кабинета министров. Это исполнительный орган ЕС, Юнкер в ней вот уже 2 года.